Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. В Центре образования и комплексного сопровождения особенных детей ждал сюрприз. К ним в гости пришли актеры театра юного зрителя. Я одену парик. Вот такой парик мне сделали. Но, правда, сейчас он парик такой плотный. В сумке лежал. Надо расчесать, конечно, немножко. Увидеть магию перевоплощения своими глазами и приоткрыть завесу тайны актерского мастерства ребятишкам удалось без особого труда. Артисты ТЮЗа устроили настоящий мастер-класс. Разучили вместе с детьми скороговорки, показали отрывки спектаклей. А кое-кто вмиг стал настоящим дедушкой. Узнаете вы его? Хочу гримироваться научиться. Я не против. Да. Что да? И еще быть актером. Актеры постоянно выезжают с благотворительными спектаклями и мастер-классами в детские дома, социальные и реабилитационные центры, больницы. Под Новый год программа соответствующая, наполнена волшебством и, конечно же, подарками. География широка, чувашский ТЮЗ известен и за пределами республики. С особенными детьми театр работает не первый год. Главные награды – их счастливые лица. Когда они вот радуются, но если снова вот волнуешься, вот каждый раз, вот когда с ним встречаешься, волнуешься. Вот, а как они воспримут? Вот выступаешь перед такими детьми, да, на самом деле, вот собираешься, чтобы как-то вот эмоции, чувства, как-то вот это самое, они на первый план не выходили. Их загоняешь куда-то и работаешь. Праздники только начинаются, впереди еще много встреч с юными зрителями. И можно быть уверенным, эти события запомнят не только ребята, но и сами актеры. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.